Всем привет! Получила на днях дизайнерскую посылку и, конечно же, хочу поделиться с вами видео, какие именно наборы мне положили дизайнерскую посылку. Первая коллега – это античный сад. У меня три набора бумаги. Обратная сторона обложки вот с такими вот элементами для вырезания. И буду показывать полистно. То есть такой лист, обратная его сторона. Вот такая вот. Мой любимый лист в этой коллекции. Очень яркий, красивый. Идеально вообще в страничках будет смотреться. Обратная сторона вот такая у него. Обратная сторона с листочками, которые также можно вырезать. Здесь деревянный фон и цветочный фон. Здесь спокойный такой, красивый кружевной фон. И обратная его сторона вот с такими элементами, античными статуями, фонтанами. Насыщенная, красивая коллекция. Следующая коллекция – это новинка. Совершенно новая коллекция, детская. В переводе означает «питомник», да, потому что здесь очень много зверушек. Сейчас покажу, что она из себя представляет. Как всегда, обложка на обратной стороне, которые элементы для вырезания у нас. Такие листы тут. Обратная сторона клетка зеленая. Здесь деревянный фон. И вот такой вот спокойный фон. Он с горошком. Такой вот фон. Да, видите, тут стеллаж с игрушками. Такой красивый фон. И два листа с карточками. Обратная сторона у карточек вот такая вот красивая. Есть и надписи, картинки. В наборе также предусмотрены вычечки. Вычечки очень плотные. Разнообразные веточки здесь есть. И все те элементы, которые мы видели в принтах на бумаге. Так, качели. И зайчик корзинки. Также к набору шел чипборд. Борт плотный. Ведь вытаскивается абсолютно легко. Можно также поддеть ножичком, чтобы не оставалось таких вот зазоров от картона. Такая потрясающая детская новинка, которая порадовала нас в 2020 году. Конечно же, коллекция «Дикий лес». Коллекция, которая, знаете, полна таинственности.
красивые яркие такие тона. Вот получается одна сторона и вторая сторона. Коллекция идеально подходит как для альбомов, так как и для страничек, холстов. Применение вообще очень большое. Это была коллекция «Дикий лес». Совершенно потрясающая, моя, не знаю, наверное, самая любимая на данный момент коллекция под названием «Тьма». Если вы помните, я делала альбом темный из этой коллекции. Женский альбом с запахом леса. Он был, да. В наборе тоже есть и высечки. У меня сейчас нет, потому что я их использовала в альбоме. Вот обратная сторона с цветами. Кстати, если будете брать высечки, высечки намного ярче. Но, тем не менее, несмотря на то, что они ярче, чем, да, в данном листе, придает какую-то изюминку, какой-то акцент, когда вы именно делаете вырезанные элементы бумажные и употребляете в своем проекте также высечки. Бомбический просто вообще дизайн. Анечка постаралась, порадовала нас всех. Печатный фон, цветочный, сиреневый такой. Этот лист просто вообще взрыв. Взрыв фантазии. Потрясающий. И есть вот такие вот карточки. Вот обратная сторона у них вот такая. Конечно же, выпустили чипборд к этой коллекции. Очень красивый. Дальше начну показывать вам листы для вырезания, которые Summer Studio выпускает. Тут их по три листа каждого дизайна. Так, по три листа идет для вырезания. Наборы 20 на 20 сантиметров. Бабочки. Бабочки в проекте вообще, мне кажется, неотъемлемая часть. Бабочки ведь разных цветов. Такие спокойные. Я вырезала часть из этого набора. Такой более осенний вариант, мне кажется. Вот они. Здесь и листочки, и цветочки. И такой акварельный вариант дизайна. Кстати, вот этот набор для вырезания я получила впервые, когда я только
в прошлом сезоне попала в команду. Я все так хотела, чтобы мне прислали этот набор, но не было возможности. И в этот раз я получила набор. Я очень сильно обрадовалась. Начала сразу вырезать, потому что, ну, прям моё-моё. Вот такие цветочки. Циферблаты здесь, клеточки. Такие элементы, металлические элементы, которые нарисованы. Здесь вот есть крылья, двери, рамочки различные. Здесь тоже есть крылья немного другие, но уже так, видите, с ржавым напылением все металлические предметы. И вот такой вот, который вот вообще просто отлично подходит коллекции именно античный сад. Красивые элементы. Я уже тоже вырезала их. Потрясно. Сказать еще мне очень даже потрясно. Так, цветочный сет вот такой, смотрите, красивый вот такой, такие нежные здесь цветы. Здесь прям яркие такие. Вот такой вот. Вот это все, что входит в цветочный набор. По три листа каждого дизайна. Винтажный сет. Рамочки. Мои любимые рамочки. Помимо рамочек здесь есть карточки с дамами, с мужчинами, очень красивые птички, карточки такие, как мини-открыточки с птичками, конечно, вот рамки, которые я показывала, и марки. Марочки идут. Вот винтажный сет. Также мне положили коллекцию. Королевский сад. Здесь набор 20×20 сантиметров. В прошлом обзоре я показывала ее, эту коллекцию. Поэтому пройдусь так быстренько. Здесь двухсторонние листы. Да, очень красивые. Такой с ноткой винтажности. Тем не менее, очень яркая, красивая коллекция. Вот такую дизайнерскую посылочку я получила. Всем большое спасибо. Пока-пока.